За, против. В Думе прошло тайное голосование. Народные избранники согласовывали кандидатов на посты заместителей главы города. Алексей Сафонов выдвинул 4 претендентов. Олега Кочеткова первым замом, Илью Волкова, Леонида Бородулина и Марину Жукову заместителями по направлениям социальной политики, строительства и финансов. Процедура предусматривает создание счетной комиссии, заслушивание выступлений по приоритетных направлениям, развитие тех направлений, по которым замы будут назначаться самих кандидатов, ну и, соответственно, процедура тайного голосования. Самые острые вопросы депутаты адресовали Леониду Бородулину и Марине Жуковой, претендентам на посты замов по капитальному строительству в городе и вопросам бюджета и финансов. Присутствующих волновали как глобальные проблемы, например, ревизия земельных участков, долгострой на перекрестке улиц Московской и Курчатова, так и частные – строительство детского парка на улице Сосина. Реализация обсуждаемых предложений требует существенных финансовых вложений. Я всегда за то, чтобы ехать на машине не на квадратных колесах. Это неудобно всем. Соответственно, чтобы поездка была приятной, нужно принимать грамотные и своевременные решения. Я абсолютно за логику, порядочность и открытость во всех направлениях. Если есть проблема, ее нужно просто садиться и обсуждать и решать. Выслушав кандидатов и задав все интересующие вопросы, депутаты приступили к процедуре голосования. На нее отвели 30 минут. Народные избранники ставили галочку напротив графы «За» или «Против» и опускали бюллетень в урну для голосования. Итоги озвучил председатель счетной комиссии. 4 из 4 претендентов набрали большинство голосов. Олег Кочетков, Илья Волков и Леонид Бородулин набрали одинаковое количество голосов – 24 «за» и 5 «против». В бюллетень номер 4 для тайного голосования была включена кандидатура Жукова Мария Вячеславовна. Значит, присутствовало 29 депутатов. Результаты голосования за Жукову Марину Вячеславовну проголосовало 28 депутатов, против 1. Также поздравляем, лучший результат. Исполнять обязанности заместителя по вопросам городского хозяйства остается Сергей Лобанов, который курировал этот блок при Алексее Голубеве. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.